В 2010 году я побывал в Непале. Страна очень далекая, страна загадочная, страна полная экзотики и очень красивая. Горы, Гималаи, безумно красивые. Столица Непала, город Катманду. Сделал очень много фото, хочу показать вам их. Город Катманду, город шумный, много людей, монахи, торговцы, нищие. Кругом какофония звуков, сигналов. Посмотрите видео, я сохранил естественные звуки. Я уже дорогу назад не найду. Мужчины очень много работают и рано сгорают на работе. Да, серьезно, да. Да, конечно. Мужчины работают в шахтах, плавают на кораблях, летают в самолет. Да? Да. Это славный город Катманду. Вдалині видняются горы. Он высоченный такими горами. И тут стоит смог, потому что ветер не продувает. Все куда бежать, все куда съедут. Смог тут немає.